Привет, друзья! Приветствую вас на канале «Зеленый сад». С вами Владимир. И сегодня я нахожусь на нашей производственной площадке, где мы храним наши растения, которые привозим из Европы. Я буду делать краткие обзоры, которые, надеюсь, будут для вас полезны. Подписывайтесь на канал, оставайтесь на связи, смотрите видео до конца. Я начинаю. Предлагаю вашему вниманию рододендрон Cunningham's White. Вот так вот он выглядит в горшке C5. Начал цвести 24 мая. Так вот он выглядит. Это я напоминаю горшок C5. Сейчас вам покажу, у нас есть еще такой же, но больше. А вот уже в горшке C15. Это уже такой, это уже большой. Смотрите, как он выглядит красиво. Конечно, наверное, один белый будет неинтересно, а вот композиции очень будет классно смотреться с красными, с синими. Так вот он выглядит. Очень надеюсь, что этот обзор был полезен для вас, поэтому оставайтесь на канале, давайте будем друзьями, подписывайтесь, и я вам покажу еще много интересных растений. До новых встреч!